Добрый день, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Вот сегодня давайте рассмотрим такой вариант, о котором я сказал в предыдущем ролике. И мои уважаемые подписчики написали, что было бы интересно. Мне, конечно, и самому интересно. Такие батареи попадаются довольно-таки часто. И, в принципе, материала у меня, как всегда, достаточно. По каждой из этих батарей, с которыми я работаю, можно писать отдельный ролик. Но случай, будем так говорить, типичный-нетипичный. С одной стороны, до такого состояния я уже примерно знаю, в каком состоянии эта батарейка, потому как я выкрутил индикатор. Индикатор, кстати, здесь просто выкручивается. Вот у меня такой ключик самодельный, сделанный собственными руками. Так, в чем проблема в этой батарейке? Значит, вчера я замерял на автомобиле, когда подъехал клиент, значит, показала 10% по соху и 180 ампер пусковой ток. Значит, батарейка отстоялась. Вот сейчас у нее 18 градусов. Ну, в принципе, достаточно для того, чтобы начать работать. Оптимальная температура, от которой можно плясать при начале работы, это 15 градусов. Хотя иногда, положа ногу на сердце, могу сказать, что начинаю с 10, когда сильно срочно надо. Вот снял показатели. Так, давайте отключим вспышку опять. Блин, клиенты подъехали. Так, прерву запись. Приезжали клиенты, немножко отвлекли меня. Так. Да, батарейка отогрелась. И давайте снимем показатели, которые она покажет на текущий момент. Значит, 17% по соху, 235 ампер пусковой ток на отогретой батарее, и НРЦ вот после отстоя даже ночного почти 14 вольт. Это говорит о явной предрасположенности этой батареи к кислоте. То есть в самом низу этой батареи огромное количество кислоты, сверху сухо. И сопротивление 11,73. Блин, клиенты не дают нам записать ролик. Так, показатели мы сняли. И что мы увидели? Индикатор, как я уже говорил, он показывает красный цвет. Красный цвет. Хода нет, как говорится. Так, и давайте попробуем заглянуть внутрь. Внутри, блин, камера не хочет настроиться в эту дырку. Как бы нам ее... Так, вот так что ли? Вот так вот. Ага, вот так вот. Вот так более-менее, но видно, что видно, что батарея абсолютно сухая. Но сейчас я сниму еще зондом, буду рассверливать и сниму зондом, потому что нам нужно убедиться, что у нас батарея полностью обсохшая. История этой батарейки такова. Вчера приехал клиент и вкратце объяснил суть дела. Эта батарейка у него в эксплуатации год, но судя по тому, что на ней выбита, эта батарейка 19-го года. Я так думаю, что эту батарею он приобрел в магазине. Ну, бывает же такое, приехал там за свечами или за проводами, не знаю, за лампочками, и продавец тебе навязывает вот так аккумулятор.
Это я к чему говорю, что, друзья, покупать аккумуляторы нужно строго в специализированных магазинах, где эти батарейки не застаиваются. То есть, если он купил ее в 2021 году или годе, а батарейка-то выпуск 2019 года, 2 года эта батарейка шлялась неизвестно где, возможно, просто стояла на прилавке и, скорее всего, стояла на прилавке в не специализированном магазине по продаже аккумуляторов, а ну, где-то бывают такие автомагазины с расширенным, так сказать, функционалом, где продается абсолютно все, и салфетки, и вонючки, и запчасти, и аккумуляторы, резина, и все в одном месте. Я думаю, что мой клиент приобрел эту батарейку именно в этом магазине, когда продавец ему сказал: бля, буду, батарея отличная, бери, не пожалеешь. И изначально она у него, будем так говорить, не крутила. Вчера я сделал ему диагностику. А вот, судя по диагностике, зарядочка у него в полном порядке, без нагрузки 14.45, с нагрузочкой 14.24. На зарядку как бы грешить нечего. В том плане, что автомобиль, генератор автомобиля со своими задачами, в принципе, должен справляться. Забыл вчера замерить ему паразитку, потому что стояла очередь из 4 машин. Все это как бы сделал на скоряк. Так, ну, паразитку я, конечно, ему обязательно замерю. Клиент каждый день эту батарейку, прежде чем ставить на автомобиль, прежде чем дрюкнуть свою приору, он ее ставил на зарядочку, и за счет поверхностного заряда он как бы как-то справлялся с этой ситуацией. Вот все-таки выбрал время, догреб до меня. Клиент пенсионер, недавно вышел на пенсию, и как бы, ну, тоже нет такой возможности выложить там немножко денег, ну, сейчас уже не немножко, на покупку новой батареи, поэтому привез ко мне. Давайте, друзья, попробуем ее также поставить в строй. Батарея обсохшая, судя по даже по одной банке. Вот так, наверное, вот хорошо, как видно. Ай-яй-яй. Ну-ка, давайте фокус. Ага, вот видно, что батарея абсолютно обсохшая. Ну, я вставлю в этот ролик еще и запись с камеры зонда. Премиум. Что касаемо премиума, вот этих стартер, я не сторонник вот этих корейских батарей, корейских, японских, всяческих брендов. Я не сторонник не того, что там они по качеству уступают. Хотя вот именно по соотношению цены-качества они, конечно, не вытягивают своих параметров. В том плане, что переплачивать за такую батарею, которая также отслужит, ну, 4, максимум 5 лет, полторы цены от стоимости отечественной батареи, я, ну, не знаю, может, кому пригодятся мои советы, кому нет, я не советую просто приобретать такие батарейки, обходите их стороной, тем более сейчас они вроде начали там выебываться. Мы вам не будем поставлять, то есть, если они будут в Россию поставлять, соответственно, они, скорее всего, не будут и до нас доходить. Ну, нет так нет, значит, сами ездите на этих стартерах, которые по итогу абсолютно не крутят. Так, ладненько, буду... Вступительная часть закончена, буду засвердиваться, как засверлюсь... Сниму это все на зонд и, ну, эндоскоп, зонд, как угодно вам так и назовите. Сниму это все, зафиксирую на зонд, эндоскопный зонд, и будем думать, как двигаться нам дальше.
Дальше в каком направлении? Ну, друзья, отлично видно, что батарея абсолютно обсохшая во всех банках. Сахара, пустыня. И видно, что необходима доливка. Вот обратите внимание на вот эту перемычку. Я допустил оплошность, что залил ее полностью. Залил много электролита. Доливать электролита нужно было гораздо чуть-чуть поменьше. Закрыть пластины и где-то... Что, друзья, долил, не долил, а будем так говорить, залил батарейку водой, потому как в каждую баночку ушло по 260 миллилитров, то есть больше 1,5 литра в эту батарейку у нас влетело водички, при всем при том, что ну, в среднем от 2,5 до 3,2 литра электролита должно иметься в каждой батарее. В каждой батарее, блядь. Что-то я на московский говор перешел. Так, дайте собраться с мыслями. Так, уровень по всем банкам у нас получился абсолютно одинаковый. Нам еще предстоит выяснить, почему эта батарея обсохла таким образом. Либо владелец, крутой аккумуляторщик, который заряжает аккумуляторы на сварочных каких-то трансформаторах, либо у него были проблемы с зарядкой. Но факт налицо и факт остается фактом, что наша батарейка абсолютно обсохшая. Значит, ну вот сейчас где-то 2 с лишним сантиметра по всем банкам. Не буду отнимать ваше время. Ориентир при заливке нужно держать на перемычки, то есть перемычки должны быть полностью заполнены, залиты. Они должны быть, мягко говоря, под водой, под электролитом изначально. Теперь что мы делаем? Мы в первую очередь вспоминаем, что говорил мой батя про ловлю блох. И поэтому мы сейчас эту батарейку ставим на мой стенд, на прогревочный, печка у меня топится, и будем прогревать эту батарею дальше. И прогревать будем градусов 25-30, часика 3 как минимум, чтобы за счет естественной диффузии тепло у меня идет снизу, и за счет естественной диффузии и круговорота... Бляха-муха, кто-то звонит. Сейчас отвечу и продолжу ролик. Так, поговорю по телефону. Значит, держим ориентир на закрытие перемычек. Перемычки мы закрыли. Сейчас я сделаю еще одну съемку эндоскопным зондом или зондным эндоскопом, чтобы заглянуть внутрь этой батарейки и посмотреть, как там состояние. Да, после заливки обязательно мерим
смотрим на термометрию. Вот. Батарея постояла на полу, и температурка у нее упала. Ну, температура электролита, она одинаковой температуры с водой. Это очень важно, чтобы разница по температуре при заливке была как можно меньше. Чтобы не получилось у нас теплового, малейшего даже теплового удара при заливке. И чтобы не отколотить нам ту активную массу, которая сейчас она очень слабо держится на пластинах. Пластины сейчас у нас окислены из-за контакта с воздухом. И поэтому нужно нам очень бережно с этой батареей работать. Бережно, аккуратно и, скажу даже больше, нежно. Так, сейчас делаю съемочку на эндоскопный зонд и ставлю батарейку на отогрев. Часа 3 эта батарея будет стоять на отогреве. Сейчас у нас без 20-12. И сегодня попробуем, время еще будет, попробуем сделать хотя бы один цикл, предварительный цикл, и узнать напряжение окончания заряда у этой батареи. То есть определением напряжение окончания заряда мы убьем двух зайцев. То есть один из этих зайцев — это именно состояние здоровья этой батареи, как она может разгоняться до нужных нам напряжений. Так, ладно, прекращаю воду лить и останавливаю съемочку. Батарейку долил по 260 миллилитров, но надо было долить по итогу нам поменьше. Надо было долить где-то по 220 миллилитров, потому что в итоге у нас плотность не вышла та, которую мы ожидали. То есть хотелось 1,27. Но плотность вышла немножко не та. Об этом я расскажу чуть позже. Запись накладываю на камеру, на запись с камеры зонда. И поэтому немножко забежал вперед. Зонд записывает без звука, и приходится звук накладывать отдельно. Ну, как видим, все залито. Уровень нужно было делать чуть-чуть поменьше. Вот это вот я как раз остановился на этой перемычке. Вот эта перемычка, она должна быть чуть-чуть подсушенная. Я ее залил полностью. Обратите на это внимание. Батарейка отстояла в течение 3,5 часов. Стояла, грелась, и вот нагрелась 25 градусов. Ну, небольшое, да, порядка 25 градусов. Термометрии не было. Это говорит о том, что замыкание не произошло, потому что зачастую в просохшие батареи при заливке воды замыкают. Так, давайте для начала замерим плотность. Что у нас с плотностью в этой батарейке? А с плотностью у нас ничего не произошло. Сверху вода. Ну и произойти, в принципе, не должно было быть. Да, не буду отвлекать ваше время, сам потом перемерю все баночки, чтобы определиться. Так, давайте замерим показатели по конвею, что у нас поменялось после заливки и
Отстой батарейки. Так, вспышку опять отключим. Так. Пятьсот пятнадцать ампер. А, ой, блин, 560. Так, 560. Ну что, друзья, смотрите. Это всего лишь навсего заливка воды. По-моему, 17% было по суху. Сейчас 81 и 500 ампер батарейки выкатывают. И страшное расслоение еще мы видим. Порядка больше 13 вольт. 13-16. И сопротивление у нас уже 5,44. Ничего не делали с батареей. Залили водичку. Водичка потихонечку начала смешиваться с электролитом. И теперь будем загонять в зарядный бокс. Там, что касаемо подписчиков, которые мне написали по поводу реплайс. Вот реплайс батареи. Что это означает? Замену батареи. Ну, я в прошлом ролике сказал, что это доливка батареи. Ну, я не силен в английском. Хотя дословный перевод, либо восстановление. Два перевода у этого выражения есть. Восстановление, либо замена. Ну, восстановление. Но судя по другим батарейкам, на которых на русском языке написано, вот у нас здесь, допустим, на Тюмени, вот, долить дистиллированную воду, красный цвет. Поэтому, друзья мои, спорить особо не будем. Но факт остается фактом. Если бы мы перевели дословно, что реплайс — это замена, поехали бы менять батарею, у нас бы ее с удовольствием, конечно, приняли, но мы сейчас увидели, после доливки 81%, в принципе, батарейку можно ставить и ездить, за исключением того, что в ней нет плотности. Давайте попробуем перемешать кислоту, которая снизу этой батареи, с водичкой, которая сверху, вот она там плещется. И после перемешивания электролита, как поднимем плотность, будем делать остальные очередные замеры и остальные очередные выводы. Итак, сейчас я закину в зарядный бокс и подключу зарядное устройство. Пока запись ставлю на паузу. Батарейка в зарядном боксе. Давайте попробуем ее настроить. Так, она у нас... Так, емкость. Бляха-муха, я что-то даже не посмотрел, какая емкость у этой батареи. Так. Премиум и заклеил. Ну, возьмем за основу 60 ампер. Все-таки, мне кажется, это 60 амперная батарея. Бляха, вот это аккумуляторщик. Вот это аккумуляторщик. Даже не посмотрел, какая емкость, и заклеил. Наклейку отдирать не буду. Берем за основу 60 ампер. Выставляем ток 3 ампера. Выставляем 3, 5 процентиков. И сейчас будем подгонять до напряжения окончания заряда. 17 вольт выставим. И у меня осталось 2,5 часа рабочего времени. И сегодня проведем первый курс нашего лечения этой батарейки. И подгоним, догоним 5% до напряжения окончания заряда. Это то напряжение, при котором идет наиболее интенсивное перемешивание электролита. Пока отключаюсь, будем ждать
Ну, давайте подгоним до 3 ровно ампер. Вот так вот. Вот 3 ровно ампера. И напряжение, по сути, нужно было дать этой батарее отстояться до завтра, чтобы НРЦ у нас упало как можно ниже. Но мне, честно говоря, жалко вот эти пластины, которые сейчас, которые в самом низу, закрыты кислотой. Давайте сегодня сделаем небольшой замес, перемес, чтобы хоть какую-то часть кислоты поднять на поверхность, и чтобы эта кислота по окончанию нашего первого курса лечебной терапии хоть немножко, но перемешалась с водичкой. И по окончанию сегодняшнего цикла сделаем опять замер плотности и будем оставлять эту батарейку на отстой. Прошло 3 часа 6 минут после начала заряда. Аккумулятор съел 9,16 из нашего вымпела ампер. И очень легко допрыгал до напряжения 16,6 вольт. Неплохой результат. Думаю, что здоровье в нашей батарее хоть отбавляй. Шутка, конечно, отбавлять мы это здоровье не будем. Но мы теперь знаем, что напряжение окончания заряда, в принципе, 16,6 для этой батареи не предел. Завтра будем начинать нашу работу именно с этого напряжения. Сегодня я работу свою заканчиваю, потому что 7 час уже. И пора обувать зимние галоши и ехать домой. Так, давайте замерим плотность. Так, где мой ориометр, ёперный театр? Так, поставлю на паузу. Отключаем зарядное устройство. Батарейка будет курить до завтра. Перекуривать. Видим, что было кипение. Батарейка покрылась соплями электролитными. Ну, давайте замерим плотность. Что у нас после 3 часов зарядки? А, так, видим уже какую-то плотность. Так, какую-то, ну, ориентировочно 1,08, плотность 1,08, даже нет 1,1. Плотность 1,08. Ну, для констатации факта давайте еще в этой баночке. Электролит имеет такой слабо выраженный красный цвет. Но это говорит о том, что активная масса все-таки немножко отжаренная от пластин. Ну, здесь то же самое. Но здесь даже 1,07, наверное. 1,07, 1,08. Так. Что ж. Пусть батарейка отоспится. Поеду, отосплюсь и я. Отдохнет. И процесс перемешивания электролита, он продолжится. Он будет продолжаться еще часов 8. Завтра с утра сделаем замер плотности. Возможно, сделаем тест батареи. Ну, хотя тест, промежуточный тест, он, в принципе, думаю, что и ни к чему. Но плотность замерим. То, что будем мерить плотность, это однозначно. И завтра начнем уже работать с 16,6 вольт. Наверное, не 16,6, а все-таки выставлю 16,7.
так как батарейка, она долетит до 16,7, и ток, зарядный ток, мы завтра будем уменьшать. Попробуем поработать 2 амперчиками. А на сегодня одеваю полушубок свой пуховой и шпарю до дома. Ну что, друзья, спасибо стакану молдавского вина. Ночь пролетела очень быстро. Спал как младенец. Ну, а теперь давайте посмотрим, как эту ночь провел наш стартерный китаец. Ой, кореец. Или корейский стартер, как угодно. Давайте замерим плотность. Что у нас? Как плотность была 0,107, по-моему. Так. Ага. Сейчас мы видим плотность 1,10. Давайте еще одну баночку глянем. Также 1,10. Ой-ой-ой-ой-ой. Разлил электролит. Ничего страшного. Так, подключаем зарядник. NRC 13,3. Ставим 16,7. Так, 16,7 и 2 ампера. Зарядный ток. Включаем зарядное устройство. Так, время у нас 35:11. Ну что, погнали наших городских. Вперед. Только вперед. Ни шагу назад. Прошло 43 минуты. Отдано 1 ампер 41,4 ампера, и зарядный ток у нас начал потихонечку снижаться. Ну, буквально где-то на 40-й минуте ток начал снижаться при напряжении 16,7 вольт. Аккумулятор у нас потихонечку кипит. Происходит кипение. Я не скажу, что бурление. Ну, вот так вот примерно. Давайте замер, сделаем замер через 40 минут. И что мы видим? Плотность уже 1,13. 1,13, потихонечку плотность начала расти. Ну что ж, продолжаем бороться со стартерами. 3,36 проработали мы с этой батарейкой, и Вымпел нам сказал, что заряд окончен. Что ж, друзья, давайте отключаем от зарядного устройства и мерим плотность. Как видим, соплей стало меньше от того, что от брызг электролита. Так, и что у нас плотность у нас 1,15.
1.15. Не буду отнимать ваше время, сам перемерю все. И опять вспомни моего батю, то, что он говорил про понос. Отстаиваем, отстаиваем. Так, у нас время 10 минут третьего. Угу. Ну, наверное, парочку часов до 4 я ее буду отстаивать. Потом сделаем еще один цикл, но будем делать уже уравнивающий цикл, чтобы убить еще двух зайцев, которые засели в этом стартирочке. А пока запись заканчиваю. Время 4 часа, батарейка отстоялась. Давайте замерим плотность и продолжим уматывать этого корейского стартера. Так, за время отстоя плотность у нас поднялась на 1.5 точки. То есть у нас уже плотность 1.16, 1.5. 1.16. Ну вот я тряпочку приготовил как раз для этих целей. Так, накидываем зарядочку. Надо идти рубить дровишки. Накидываем зарядочку и будем делать уравнивающий дозаряд. Вот смотрим, какое у нас НРЦ. Ебучий случай. Так, ладно. Так, выставляем 1 ампер. 1 ампер. Вот так вот достаточно. Да, вот пойдет. И выкручиваем опять до беспредела. В разведке слабый контакт. Да что ты, ёперный театр, блядь. Все, поехали. Погнали наших городских. Так, надо делать розетку, это не дело, блядь. Погнали наших городских, а я пошел рубить дровишки. Ну что ж, наш стартирок обедал еще 2 часа 53 минуты. Скушал 3 ампера. И зарядное напряжение упало до 16, начало падать до 16 вольт. Это нам говорит о том, что с этой батарейкой сегодня нам работать предостаточно, поэтому отключаем зарядник. И давайте перед отъездом до дома, до хаты, кусать сильно хочется, замерим плотность, что у нас получилось с очередного дозаряда. Итак, найти подлезть надо как-то. Так. И что же мы видим? А видим мы плотность 1.16, почти 1.17. Так, давайте еще одну баночку промерим. Вот так. Так. Да, 1.16. Ну что ж, пусть эта батарейка отдыхает до утра, дображивает наш заряд, а мы
дергаем в сторону отчего дома, не отчего, моего. Да и не дома, а квартиры. Собираюсь на хаос. Наш аккумуляторный стартер стоял всю ночь. Простоял порядка 17-18 часов. Не хочу напрягать голову, высчитать, сколько он простоял. Так, и в итоге у нас плотность, так, 1,18. Надеюсь, видно. 1,18. 1,18. Уравнивающий заряд мы сделали вчера. А сегодня будем опять поднимать плотность. Поднимать плотность будем следующим образом. Вот НРС 13,1. Уже ближе к телу. Так. Выкручиваем до конца, до беспредела. И выставляем 2 ампера. Да, не 2, наверное, 2,5 ампера. И будем мешать, перемешивать. Так, включаем зарядник. И поехали в работу. Ждем окончание очередного дозарядного цикла. Итак, прошло 3 часа после начала очередного дозаряда. И вымпел нам подсказал, что заряд окончен. Отключаем зарядник и мерим плотность. Итак, у нас плотность уже 1,19. Даем батарейке опять пару часов отстоя. Вот в этой гоночке отстает. Здесь 1,18. А нет, тоже 1,19. Пару часиков даем отстоя и затем сделаем еще один дозарядный цикл. Отстоялась батарейка 2,5 часа. Давайте замерим плотность. Плотность у нас 1,18. Ну, здесь 1,18. И продолжаем работу с нашим корейским стартерочком. Так. НРС 13,3 на тех же параметрах, 2 ампера и напряжение практически без ограничения, ну до 16,9 будем догонять и разбутыхивать эту батарейку. Вот какое выражение прекрасное, разбутыхивать. Разбултыхивать. Ну что ж, процесс, очередной процесс пошел. Время 4:30. И я думаю, что за 1,5 часа этот процесс у нас пройдет. И будем батарейку оставлять, дображивать на всю ночь. Час 12 мы проработали еще в одном режиме до заряда. Зарядное устройство буду отключать. Друзья пригласили
на в ресторан на рождение внука, отмечать рождение внука. И такой хорошей возможности напиться я, конечно, не упущу. Не напиться, ребята. Я много не пью, выпить и посидеть с друзьями. Так, что у нас с плотностью? Плотность не поменялась. Также 1,18 с половиной, ну 1,19, грубо говоря. Пусть батарейка отстаивается. Пешка нам пока не нужна. Дело в том, что часть электролита в этой батарейке преобразовалась в другие формы, разбилась, потому что батарея работала в конкретном пересохе. Батарея была обсушена. И нам нужно, чтобы каким-то образом водичка растворила те сульфаты, которые покрыты в том месте, где батарея была сухая. И, возможно, этого электролита будет недостаточно, который у нас остался. Поэтому, ну, будем добиваться плотности хотя бы 1,25. Добьемся плотности 1,25. Заклеим вот эти отверстия и дырочки. И я думаю, что батарейка, по идее, еще должна поработать. Хотя владелец собирался ее уже отвозить и сдавать утиль. Так, ладно, поеду. Смочу немножко глотку свою. О, глотку. Горошка. Друзья, стартирок отстоялся 22 часа. Очень много. Почему много он отстоялся, напишите, пожалуйста, в комментариях. Надеюсь, вы догадались, почему. Так, и давайте посмотрим, что нам дал отстой. Отстой нам дал 1,19. Плотность 1,19. Сегодня мы сделаем еще один цикл дозарядный. Опа-на. А здесь у нас 1,20 мы видим. Уверенные 1,20. Так. Подключаем зарядные. 22 часа отстоялось. И видим НРЦ 13 вольт. 13 вольт. В принципе, рассвоение как бы о 12,9. Как бы уже практически нет. Возможно, просто я долью немножечко лишней воды. Ну, давайте будем работать так, 2 амперами. И также без ограничения по напряжению. Или так. Ну-ка, нет, 17 вольт. Все-таки ограничим 17 вольтами. Вот так вот. Погнали наших городских. Продолжаем работать. Очередной дозаряд у нас продлился 1:30. Батарейка скушала 3 ампера. И вымпел нам подсказывает, что с этой батарейкой сегодня нам работать больше не нужно. Давайте отключим зарядное устройство и будем производить замер плотности. Что нам дал этот дозарядик? Итак, мы видим, плотность у нас уже 1,21. Да, 1,20 с половиной. Так. 1,20.
Нет, 1.21. Между 1.20 и между 1.21, 1.20.5 где-то так вот. Так, ну что ж, на сегодня это все. Напишите в комментариях, сколько деньков мы работаем с этой батареей и сколько произвели дозарядных циклов. Кто первый напишет правильный ответ, ну, подарков у меня как таковых нет, но обещаю, что подпишусь на ваш канал. И все. Больше отблагодарить, честно говоря, пока нечем, ребят. Без обид. Ну, проверимся на внимательность. Так, ну на сегодня достаточно. Через полчасиков одену лыжи и попру в сторону дома. Стартировок отстоялся наш 17 часов. Сейчас сделаю замер тестером, чтобы определиться с дальнейшей работой. Нам нужно посмотреть параметры КТЦ в первую очередь и думать, стоит ли или не стоит нам делать очередные дозаряды. Плотность пока еще у нас не устраивает, но сейчас плотность также будем замерять. Так, обычная. Так, 560 ампер. Так, 92% по соху, 539 ампер у нас пусковой ток, сопротивление 5.13 и НРЦ, в принципе, у нас НРЦ в норме 12.86. Возможно, все-таки я долил немножко больше водички, чем требовалось, но давайте будем мерить плотность. Хотя по уровню там вроде все чих-пых, все нормально. Так, плотность у нас 1.22. А, блядь. Нет, да, 1.21.5. В этой баночке. Давайте в этой. Также в этой посмотрим. Здесь явно. Явно 1.22. Плотности недостаточно. Плотности мало. Поэтому давайте сделаем еще один дозаряд, а возможно придется делать еще два. Ну, параметры у батарейки, будем так говорить, после отстоя отличные, с учетом того, что эту батарею хотели, напомню, что эту батарею хотели уже выкинуть и списать. Так. Подключаем зарядник и также 2 ампера и буду разгонять до 17 вольт 2 амперчиками, пока. Ага, так, вот этот реактор тоже нам надо включить на заряд. Отстоялся? Нет, еще не отстоялась батарея. Так, пока отключаемся от записи.
Так, прошло еще полтора часа нашего дозаряда, и Wimpel нам опять подсказывает, что заряд окончен. Так, отключаем зарядное и снимаем клемки. Давайте замерим, что у нас с плотностью. Так, ну уже видим 1,23. Уже как бы ближе к телу результат, который нам нужен, потихонечку подкатывает. Также 1,23. Уверенных 1,23. Так, электролит светленький. Немножко красноватый, но это вследствие предыдущих перезарядов взвеси активной массы в электролите я не вижу. Их нет. Поэтому давайте дадим батарейке отстояться еще. Давайте 3 часика дадим отстояться. Сделаем сегодня еще один дозарядный цикл. Ну, не все коту масленица. И плотность не во всех аккумуляторах поднимается за один прогон. Приходится иногда повозиться. Тем более, что вот эта проблема, она же появилась не вчера, не сегодня. А владелец ездил какой-то длинный промежуток времени с такой проблемой. Напомню, что батарейка-то была обсохшая. Как обсохшая, почему она у него обсохла, мне предстоит выяснить. И, возможно, не в этом, а в следующем ролике. Я постараюсь вспомнить об этом корейском стартирочке и довести до вас ту проблему, которая возникла, вследствие чего батарея обсохла. Так, ну пока давайте отстоимся 3 часика и будем делать следующее включение. Батарейка отстоялась 3 часа. Ролик у нас опять затягивается по времени, но, друзья, вот такие случаи, я снимаю именно те случаи, которые наиболее такие проблемные, которые наиболее тяжелые и с которыми на самом деле приходится очень много возиться. Ну, большинство батарей, которые ко мне привозят, я думаю, что вам не интересно будет, как я с ними работаю за один прогон. То есть за сутки батарейка вытягивается. Но здесь случай неординарный, поэтому давайте будем уже записывать это все подробно. Так, и что у нас с плотностью-то, а? Алло. Так, плотность 1,21. Такое ощущение, как будто после отстоя плотность у нас упала. Так. И такая же коляска. Да, 1,20. 1,21. Что ж, давайте будем делать очередной дозаряд. NRC 13,2. Включаем зарядное и едем дальше. Сегодня сделаем еще один прогон, еще один дозаряд и будем думать дальше. Друзья, прошло 1:36, и Wimpel нам
опять говорит, что ребята, я хочу покурить. Ну, не только Вымпел хочет покурить, я тоже хочу покурить. Так, отключаем зарядное устройство, выключаем из сети. Блин, говорила мама, не лезь с сигаретой в зарядный бокс, а то ударит ударной волной. Так. И что у нас с плотностью? Блин, плотность никак не хочет у нас расти, парни. Она что-то непонятно, то растет, то опять не растет. Ну, 1.22. 1.22 мы имеем на борту. Опять делаем еще один отстой, и пусть эта батарейка отдыхает до утра. Вот так, день за днем, цикл за циклом, приходится вытаскивать, отдирать эту плотность в этой обсохшей батарее. Но мы, парни упрямые, электролит доливать туда все равно не будем. На сегодня пока все. Подключимся завтра. Итак, прошел очередной отстой. 16-часовой. Даже не 16, а 17, наверное. Давайте снимем параметры. Так, 95% по соху. 5.05 сопротивление, 547 ампер выдает батарейка на гора, и НРЦ 12.86. Так, давайте смерим плотность. Ёперный театр, раздавил вчера. Раздавил вчера. Ариометр, придется воспользоваться другим. Подсос воздуха идет. Так, сейчас возьму другой. Так, ну-ка давайте попробуем этим. Лезет он, а он не лезет. Что у нас здесь? Ага. После отстоя 1.22. Будем мерить здесь, чтобы не отнимать вашего времени, замерю плотность рефрактометром, и нужно принимать окончательное решение. Наверное, последний дозаряд сделаем. Параметры у батареи неплохие, чтобы не усложнить ситуацию. Хотя бы добьем эту батарею до 1.23, плотности 1.23. 1.24, этого, в принципе, плотность 1.23, это температура замерзания электролита минус 40 градусов. Минус 40 градусов не будет. С владельцем договорюсь, чтобы в июне-июле он подъехал. Замерим плотность, замерим параметры. Улучшение, ухудшение, что у него там будет. Ну, посмотрим на динамику этой батареи. Батарея, в принципе, хорошая, крутящая. Но единственное, что нам не удалось, это поднять плотность. Но я думаю, что проблема в том, что я все-таки долил многовато водички. Ничего страшного, лишняя водичка
выкипится, выпарится, и плотность, она придет в норму. Отбор делать не буду, дабы не уменьшить то количество электролита, которое в этой батарее осталось, потому что какая-то часть электролита у нас все равно перешла в другие формы, другие химические формы и другие состояния. Это часть в оксиды. Оксиды все равно в этой батарее присутствуют, но судя по НРЦ, состояние батареи неплохое. НРЦ держит 12,85. Небольшое расслоение есть в полвольта. Я думаю, что одним дозарядом мы это ликвидируем. И буду заправлять батарейку. Блин, как жалко, ориометры. Ёперный театр, а. Такой хороший был. Моя проблема в том, что я их ложу на пол, эти ориометры, и не знаю, сколько я их уже раздавил, бесчисленное количество, ну, десяток точно, наверное, как минимум. Ладненько, включаем зарядник и начинаем очередной процесс дозаряда. Здесь у нас все в порядке, здесь все отлично, это вот стоя. Продолжаем работу с корейским стартирочком. Итак, прошло 1:22 после очередного дозаряда. Дозаряд произведен на 17 вольтах или вольтах, как правильно, 1,9 ампер. Так, отключаем зарядную. И давайте замерим плотность. Подклеил ориометр, заказал парочку с Валберриса новых. И так, и что мы видим? Плотностью, да ёперный театр. Так, 1:23. И 5 сразу после заряда. Ну, 17 вольт дает о себе знать. Так, 1:23 уверенных. Давайте сделаем парочку часов отстоя и все-таки сделаем еще один дозаряд. Индикатор, кстати, у нас уже зелененький. Ну-ка. Ага, зелененький. Так. Все, давайте парочку часов отстоим батарейку. Еще один дозарядик. И на сегодня будем завершать работу с этой батареей. Позвоню клиенту, пусть завтра забирает, даже 1:23, если догоним. Друзья, прекрасный результат, отлично. Больше батарейку мучить не будем, дабы не вызвать вторичный электролиз. И возможно, что если мы вызовем вторичный электролиз, то плотность у нас наоборот начнет уменьшаться. Будем считать, что батарейку ввели в эксплуатацию, ввели в строй. Постараюсь держать вас в курсе о судьбе этой батарейки в дальнейшем, потому как думаю, что клиент с радостью приедет ко мне. Так, приехали клиенты.
А вот он приехал. Сейчас клиент как раз этот приехал. Вот этот наш клиент, владелец нашего корейского стартерочка, замерил зарядку. Зарядка отличная. Под нагрузкой 14.23. Паразитка 2.023. Но он откинул, у него была включена магнитола, которая подключена неправильно. То есть при выключенном ключе зажигания магнитола могла включаться. Но самое главное то, что он заряжал зарядным устройством, которое, как он мне объяснил, которое у него появилось после какого-то экскаватора. Это зарядное устройство он отдавал в ремонт. Сейчас, говорит, дает неплохой ток. Батарея сильно не грелась при зарядке. Я говорю, в смысле, как сильно не грелась? Ну так, рука держала. Ну то есть все предельно просто и понятно. Вот это зарядное устройство, которое владелец этой приоры очень часто использовал, оно и выкипятило вот это вот, вот этого корейского стартера. Батарея просто-напросто обсохла от перезаряд, систематических перезарядов неизвестно каким зарядным устройством. Я рекомендовал это зарядное устройство, чтобы иметь какую-то выгоду, разобрать и сдать в пункт приема по раздельности, медь в одну сторону, алюминий в другую и железо в третью. Либо просто-напросто забыть об этом устройстве. Потому что мало того, что он эту батарею умотал, я что-то сейчас переживаю за то, что он позаряжал и мою оборотную батарейку, он, по всей видимости, умотает еще и мою батарейку. Поэтому надо сегодня завязывать с этой батареей, заканчивать работу и отдать эту батарею ему в эксплуатацию, чтобы я не лишился своей оборотной. У меня порядка 10 оборотных батарей, но как бы одну из них не хотелось тоже терять. Все, кстати, все на руках, нет, две штучки у меня еще есть. Для клиентов приготовлены. Вот как-то так, ребята. Не пользуйтесь сомнительными зарядными устройствами. Будет вот такая коляска неприятная. Так, ну ролик у нас будет как индийское кино. Очень длинное и продолжительное. Надо было разбить этот ролик на несколько частей и выкладывать. Ну, в следующие разы, наверное, напишите в комментариях, какой вариант вас лучше устраивает. Либо мы разбиваем ролик на несколько частей и как бы выкладываем это в онлайн режиме, то есть каждая часть, и ну, чтобы все было чисто, откровенно, без наебонов, грубо говоря. Предельно честно. Либо я складываю все в один ролик, но этот ролик очень длительный и продолжительный получается, как в этом случае. Так, ну все, пока заканчиваю очередное вступление. Что ж, наш корейский друг отстоялся 2,5 часа. Давайте сделаем замер. Ну, уверенных 1.23 мы видим в этой баночке. Давайте глянем здесь. Вот здесь 1.23. Также 1.23. И сделаем еще один завершающий дозаряд, и на этом
работу с этой батареей мы будем прекращать. NRC13.1. Так, я зарядник использовал для других целей, для другого аккумулятора. Так, включаем. Также заряжать будем 17 вольтами, иначе наш электролит перемешиваться не хочет. Заколебали сварщики, прыгает напряжение. Так, тормозим. Запись. Так, друзья, давайте замерим термометрию на батарее. Вот она у нас абсолютно холодная. 12 градусов на батарее. Вот так вот. Вот так вот. Крайние баночки чуть теплее. Здесь у нас... А нет, везде 12 градусов. Вот так. Так что все пиха в пиху. Ну что, друзья, последний, завершающий, крайний дозаряд длился 3 часа 40 минут. Аккумулятор скушал почти 9 ампер. У нас за это время немножко начал подпирать током до 3 ампер. И одна нога у меня вот здесь, а вторая уже на пороге. То есть я собираюсь домой. Сегодня мы замеров делать не будем никаких, чтобы не оттягивать ролик. Он и так у нас получился очень оттянутый, натянутый. Сегодняшнюю всю работу, которую я запланировал, я закончил. Пока возился с этой батареей, уже летело несколько батарей, которые я отдал своим клиентам. Отключаем вытяжку, выключаем вытяжку уличную. Ой, какая тишина. И собираюсь до дому. Завтра по приезду сделаем последние замеры на этой батарее. И буду звонить клиенту, чтобы он ее забирал. Сегодня праздник. Не знаю, может, стаканчик пропущу, а может и не пропущу. Ну, двояко пропустить и не пропустить. Ладно, приеду домой, разберусь. Итак, друзья, батарея отстояла 17 часов после последнего дозаряда. Давайте вначале замерим плотность, чего мы добились. Ух ты! Уровень упал. Так, плотность... Блин. Непонятно. 1,24 вроде как выстрелило. Да. Да не 1,24, 1,25. Плотность 1,25. Я считаю, это отлично. Нормально. Батарея остыла. Сейчас у меня в зарядном боксе где-то 10 градусов тепла. Может, 11. Ну, давайте заменим. Сейчас возьму пирометр. А нет, 13 градусов у меня в зарядном боксике. Плотность 1,25. Теперь запаяю отверстие и сделаем замер тестером. Итак, друзья, делаем заключительный замер. Плотность 1,245, 1,25, где-то в этих пределах. Я считаю, что это нормально, и не вижу смысла дальше выбивать, повышать плотность. Возможно, миллилитров на 30-40 я долил больше воды, чем положено.
И плотность поэтому не вырастает до необходимых там 1,27, 1,28. Но стоит учитывать еще тот момент, что батарея была сухая, и часть электролита, который мы должны были выбить с пластин, он преобразовался в другие химические соединения и находится в других состояниях. Итак, включаем тестер и видим результат, ребят. 100% посоху, 565 ампер у нас от заявленных 560. НРЦ просто сказка, аллилуйя. 12,76, расслоения электролита нет, сопротивление 4,88. АКБ у нас исправно. С чистой совестью можно отдавать эту батарейку владельцу. Ролик получился очень длинный, очень продолжительный, но дело в том, что я не выбираю легких батарей, которые можно сделать вот так по щелчку. Не показываю, как это делается. Я выбираю наиболее сложные такие моменты. Дело в том, что ко мне, как правило, не привозят, вернее, ну, где-то 50-60% привозят батарей, которые, ну, просто высажены, с которыми очень легко и радостно работать. Но в основном ко мне привозят, как в данном случае, владельцы батареи, у которых есть зарядное устройство, и которые, ну, считают, что самое простое, что можно отремонтировать или обслужить в автомобиле, это аккумулятор. Поставил на зарядочку, включил в сеть и лег на диван ковыряться в носу. Ну, и по итогу была ситуация, которую мы видели. Батарейку привезли вот с 10%. Батарея абсолютно не крутящая. При заводке автомобиля просадка была 8:30. Это как еще эта приорка завелась, непонятно. Ну, возможно, за счет того, что двигатель был прогретый. Что еще хотелось бы сказать на последок этого ролика? Ну, наверное, буду закругляться. Результат превосходный, батарея в строю. Всем здоровья, удачи, мирного неба над головой. И самое главное, берегите свои батарейки. Старайтесь правильно обслуживать.